Еще у тебя есть какой-то менеджмент, который иногда в арте ни черта не понимает. И это тоже был такой Не интересный опыт, шарят когда там. ты вдруг учишься общаться с людьми, которые, ну как это сказать, то есть, знаешь, такой опыт общения, не, мне кажется, для любого, в принципе, человека, который работает в индустрии, да, где есть кто-то, кто производит, и есть менеджеры, это на самом деле полезный опыт, когда ты учишься объяснять вещи доступным языком и как бы на языке тех людей, которые, в принципе, все воспринимают там, да, не...